Сегодня воскресенье. Я нахожусь на озере Вейсовом, на так называемом перешейке. И, к сожалению, могу отметить, что озера начинают мелеть. Причем на кромке воды появляется какой-то коричневый глиняный налет, который я, по крайней мере, раньше никогда не замечал. Пляж на озере Вейсовом практически опустел, но есть несколько купающихся. Идем к лебедям, которые подплыли к самому берегу. Один из них даже вышел на берег и позирует тем, кто его снимает. А вот еще одно свидетельство, что озеро продолжает мелеть. То есть мы видим остатки камыша, грязь, глиняный налет. Неприятный запах. А это, видимо, остаток празднования вчерашнего дня города. Стол, накрытый красной скатертью. Но, к сожалению, он пуст. Кормушки для лебедей пусты, птицы плавают по озеру и их кормят одинокие, редкие отдыхающие.